Бренд Lavira вновь подготовил для вас яркое решение для этого лета. Платье Берта. Безумно комфортное платье. Что бы мы ни говорили с вами, сегодня важна не только красота для женщины, но и комфорт. И именно это учитывают в своих коллекциях наши российские дизайнеры. Да, вы посмотрите на Свету. Только что вернулась из отпуска. Прекрасный загар, легкое летнее платье. Ну, как же красиво смотрится. А цена сегодня 1999 рублей, Свет. Вот отпуск, ты даже совершенно постройнела, вернулась, платье тебя только красит. Вообще, сразу хочу сказать, давайте с вами будем выбирать такие вещи, которые делают нас лучше, прекраснее. И именно поэтому мы предлагаем вам сегодня не только красивое платье, но еще и то платье, которое будет моделировать вашу фигуру. Платье Берта. Ну, а пока давайте познакомимся с цветами. У нас целых 8 оттенков. Если Свет выбирает для себя свой любимый слива. Цвет слива, то для женщин ярких, кто любит все внимание собирать на себе, подойдет шикарно красный цвет. Кстати, красный модный цвет этого сезона. Не забывайте об этом те, кто следит за модой. Но, кстати, Ариша, говоря о ярких оттенках, многие женщины предпочитают все-таки такую спокойную палитру. Для тех, кто любит оттенки более натуральные, мы предлагаем натуральный бежевый цвет. Альтернатива черному платью – глубокий сапфировый синий цвет. Темные цвета больше скрадывают нашу фигуру. Ну, а моим бы фаворитом сегодня оказался цвет василек. Ну, неравнодушна я к голубым оттенкам. Да, а я неравнодушна к оттенкам сирени. Именно этот цвет я нашла в насыщенном ягодно-сливовом цвете. И желтый, позитивный, солнечный цвет, который как солнечный лучик летом украсит вас. Еще два цвета ждут нас на подиуме. Давайте с ними познакомимся. Наша блондинка Люба выбирает для себя зеленый цвет, а наша брюнетка Виктория выбирает для себя... Голубой. Голубой. Яркий голубой цвет. Он очень выглядит с таким размытым серым, выглядит очень благородно. Кстати, Люба выбрала мой утренний выбор – это платье зеленого цвета. Этот цвет очень сочный, по-настоящему яркий, летний. Но дело здесь не только в ярких, красивых красках. Прежде всего, Аришенька, я бы хотела поговорить про ткань. Да, вот ты знаешь, это ощущение невероятно приятное. Я стою, трогаю, чувствую некий холодок и такую шелковистость. Да. Между прочим, сразу хочется отдать должное тому, что бренд Lavira выбирает не только оригинальные фасоны, но прежде всего делает акцент на ткани. Ведь за то, как вещь будет на вас сидеть, как вы себя будете в этой вещи чувствовать, отвечает ткань. И здесь наши дизайнеры бренда Lavira выбирают вискозное трикотажное полотно, которое приходит к нам из Арабских Эмиратов. Вы обратите внимание, платье, да, с хорошей ткани, которая привезена с прохладой. Брендовая вещь, а цена всего 1999 рублей. 1200 сегодня наша скидка при покупке в прямом эфире. Свет, я только одного понять не могу. У нашей Вики укороченный вариант платья миди, ощущение, что у нее блуза и юбка, а вот у Любы уже платье макси. Да, давайте посмотрим на то, из чего состоит платье Берта и почему мы можем носить его по-разному. На самом деле, платье – это составляющие из двух базовых вещей – блуза и юбка. Они соединены между собой эластичной широкой лентой. Так вот, благодаря именно этой ленте вы можете так посадить платье Берта, как вы пожелаете. Люба выбирает заниженную талию, а Виктория выбирает слегка завышенную талию. Я для себя выбираю платье Берта как раз по линии талии. И поэтому мы подстраиваем эту вещь уже под свою фигуру. Вообще это очень прекрасно. Сама по себе ткань очень комфортная. Она не только струится, она еще и отхолаживает. Правда? Вот это здорово. Свой персональный кондиционер, где бы мы ни оказались. Но как здорово, когда есть платье, которое и делает нас краше, и при этом чувствуем мы себя очень и очень комфортно. Ну и Свет, платье Берта – это та покупка, на которую можно решиться, не задумываясь о размере, о своих формах, о росте. Мы сами потом отмоделируем и посадку, и тот слой, который нам ближе. Я согласна. Прежде всего, давайте посмотрим сейчас на то, что бренд Lavira всегда предлагает свободные, комфортные вещи. Поэтому выбирая цельнокройные рукава, выбирая свободный верх. И вообще платье само по себе идеально подстроится под любую фигуру, еще и потому, что ткань здесь эластичная, мягкая, податливая. Если у вас богатый верх, широкие плечики, и вы ищете для себя платье более свободное,
нужное, выберите на размер больше. Если вы выбираете платье, которое идеально бы сидело по фигуре, тогда вы можете выбрать размер в размер. Люба выбирает на размер больше, а Виктория выбирает платье размер в размер. Посмотрите сейчас, как эта вещь смотрится на наших девочках. Свет, но я для себя подметила, вот есть платье, которое покупаешь на один день, и оно потом висит в шкафу. Здесь я могу вечером одеть красивое колье, это будет уже вечерний образ. Согласна. Подтянуть, например, сделать эффект юбки и блузы, уже так пойти на работу. Согласна с тобой. Вообще, эта вещь не будет висеть в вашем гардеробе и ждать случая, когда вы ее выгуляете. Вы с этой вещью не расстанетесь. Во-первых, комфортное вискозное полотно, дышащая ткань, свободный крой. А это значит, что даже в самые жаркие дни вы будете ощущать себя комфортно. Ирина Кулакова, бренд Лавира, сегодня дарит вам возможность украсить себя не только яркими цветами, 8 цветов, но еще и смоделировать свою фигуру. Красный, классический, бежевый, глубокий сапфировый синий цвет, василек, слива, желтый, а наши модели выбирают для себя цвет зеленый и голубой. 1999 рублей. Вот цвет, казалось бы, дизайнерская одежда, дорогие ткани и лекал, это же тоже очень важно. Очень важно. Между прочим, если говорить про ткани, то здесь уходит много ткани за счет того, что юбка длинная, а верх свободный. И учитывая то, что ткани приходят к нам из Арабских Эмиратов, это эксклюзивные ткани, мы не можем их встретить ни в какой другой коллекции. Учитывая сегодня и подбирая свой индивидуальный стиль, помните об этом, что брендовые вещи – это не только красота, это еще и идеальные лекала. Выбирая такие вещи своего размера, они подстраиваются под вас. 1999 рублей, 1200 – наша экономия. Свет, но посмотри еще, как красиво выполнена зона рукава. Вот такая пата, да, пуговица в этом стиле. Это тоже своя пикантность? Конечно. А ты знаешь, Ариша, что Ирина Кулакова, дизайнер бренда Лавира, подбирает не только ткани на выставках, но еще и подбирает фурнитуру. В основном она очень любит этностиль, поэтому пуговицы украшают зону рукава.